мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой, о жене, там каждый думал о своей любимой, о жене. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядела на как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то все лгала, то сердце девичье свое дано другому отдала, то сердце девичье свое дано другому отдала. Но я не думала ни о чем, но я дорогая Лена Владимировна, я очень волнуюсь, аж руки трясутся. Это вы волнуетесь, да. По приказу атамана Нижегородского ЮКТА и поддержки сотрудников УВД Советского района разрешите зачитать? Да, приказ. Не буду отвлекать сильно ваших почитателей. Зачитаю самую последнюю. За народную любовь. Приказываю наградить автора-исполнителя Вангу Елену Владимировну медалью за казачью волю. Спасибо за ваш талант. Елена, дорогая, прекрасная, разрешите, мы тоже хотим вам сделать небольшой подарок от казаков и от всех ростовчан. Пусть эта шаль согревает вас, спасибо, как вы согреваете наши души своим теплом, своей щедростью. Спасибо. Спасибо. Можно я вас поцелую? Спасибо вам большое. Вы знаете, я не могу сказать, что это неожиданность, потому что мне говорили, что что-то будет, а я забыла. Поэтому, когда пошли, я думаю, зачем-то бумаги-то несут уже, думаю, зачем. А по поводу ордена могу служу Отечеству. Только шаль я сниму, а то мне жарко. Сейчас будет смертельный номер. Я это никогда не делала. Я, конечно, пела, но как-то в кругу семьи пела, а так, чтобы вот так на большой сцене, нет. А еще с казаками-то точно нет, но я спою. Я спою эту песню, потому что я считаю, что без этой песни вообще нельзя сегодня.
тональность дайте. Спасибо тебе. Не для меня зайдет весна, не для меня дон разольется, и слезы горькие польются. С восторгом мчусь не для меня, и слезы горькие польются. С восторгом мчусь не для меня, не для меня тякут ручьи, бегут алмазными струями. И девка с черными бровями, она вырастет не для тебя. И девка с черными бровями, она вырастет не для тебя. Не для меня придет Пасха, вокруг родня вся соберется. Христос воскрес, кругом прольется, но это доля для меня. Христос воскрес. Для меня холопом быть, донской казак рабом не будет. Он волю вольною разводит, вот это воля для меня. Кусок свинца он в тело белое вопьется, и слезы горькие польются. С восторгом чувств не для меня, и придет Пасха, вокруг родня вся соберется, и слезы горькие польются. Вот это доля для меня. И слезы горькие польются. Вот это доля для меня. Люба! Спасибо большое. Казачий ансамбль «Раздолье». Ребята, можно вас еще раз, пожалуйста? Спасибо вам большое за доставленное нам удовольствие.